Всем привет, ребят! С вами Лего, и мы продолжаем играть в H2O. Ну что, давайте попробуем построиться, мать его. Попробуем это сделать. Вообще, я немного прибалдел. Я сейчас наделал пиларчиков, и я с ума сошел их ставить. Видите, вот я их сейчас ставлю, сейчас у меня получалось. Но чтобы сделать под водой пилары, вот эти вот, которые вниз смотрят, я не знаю, вот это вот получится сделать, по-моему, нет. Потому что суша очень, как бы, близко. Я не знаю, почему сюда пилары не ставятся, но вот сюда, допустим, по центру, я смог поставить сюда, вот почему-то они не ставятся. Ну, ладно. И вот сейчас, наконец-таки, при помощи пиларчиков, я смогу поставить вот таким вот образом дверной проем. Вау, да? Настолько круто. Дальше что? Дальше мы можем расширить наши владения. Я не знаю, сколько хватит ли у нас ресурсов, чтобы все это сделать. Вот у меня еще есть платформа. Главное, чтобы меня здесь, как бы, как это назвать, не завалили, что ли. Почему-то, вот, наконец, так. Тихо, не криво. И попробуем поставить. Ну уже. Так, видите, здесь в левом верхнем углу я пытаюсь присобачиться. Все, присобачился. И здесь пилары теперь поставим. Вот сейчас будем с ума сходить здесь теперь. Вот, видите, я внизу поставил, и здесь еще поставил, и теперь сверху ставлю. Вот так вот, грубо говоря, мы и строимся, ребят. Я попробую пока сделать, грубо говоря, вот такую вот лачугу деревянную. А дальше уже будем приезжать делать что-то покруче. Если... Как же тяжело здесь все строится, а? Хорошо, мне нужны еще стенки. Так, две стенки и... крышу надо. Подождите, а еще есть дверь. Еще вот можно воткнуть дверь. Хорошо. Тир 3. А как, допустим, другие люди не смогут ее нечаянным образом открыть? Потому что это будет печально. Ну все, наконец-таки мы будем сейчас здесь жить, не тужить. И поставим флор. А может быть, знаете что, ребят? А может быть, мы сделаем двухэтажку? Сейчас я вам покажу прикольчик. Стейрс, видите? Лестница. Сейчас посмотрим, как это будет выглядеть. Но досочки, по-моему, кончаются. Хотя у меня досочек навалом. Сейчас тут все крафтится. Мне нравится, что здесь все можно крафтить автоматом. Нажал я на стейрс. Вот оранжевые, значит, их нужно докрафтить. И система сама мне как бы помогает в этом. Вот это мне очень сильно нравится. Стейрс. Стейрс, ты где? А, стейрс делается. Лесенка наверх. Сейчас попробуем сделать второй этажик. Второй этажик. Так, девяточка, да? И это вообще реально или нет? Ух ты ж, ё! Чё-то, по-моему, я немного не так сделал. Ну ладно, куда деваться? Пока сойдет. Сделаем окошечко. Сделаем решеточку. Сделаем раз, два. Опа-на! А вот это уже печально. Если сюда заберутся, будет плохо. Грубо говоря, на все, что у меня хватило, сколько я ресурсов собирал, и пилары же нужны. Где-то две штуки. О-о-о-о, пускай крафтим нормально. Главное, чтобы через мою дверь никто не прошел. Это раз. И два. Нам нужен спальник. И нужны large nail. У меня нету large nail. Вот с этим я немного лоханулся. А вот вижу... Вот и наш large nail. Прямо здесь он будет. Пока, видите, крафчу, не могу бегать на самом деле. Подожди, это что? Почему эта штука дымится? Ага, у нее прочность 50. И что я могу... Я вижу, да, прочность 50. А кто ее ломал? Сейчас вот здесь, я надеюсь, large nail... Вообще, large nail из чего добывается-то? Сейчас посмотрим. Нужно все аккуратно смотреть. Вот такая моя халупка будет. Отличная халупка. Я думаю, что это просто супер халупка. Хорошо. И воткнем, воткнем пиларчики. Пиларчики. Так, подождите. Там, наверное, с воды уже не заберутся. А здесь могут. Поэтому здесь воткнем. И здесь. Тяжело, конечно, ставить эти пилары. А здесь мы будем смотреть в окошко. Если получится. Вот. И воткнем здесь вот такие вот штуки.
Типа, иди отсюда, я тебя не звал. И поставим лесенки. Хоп. Я думаю, пока на время нам с головой хватит всего этого плавания. Сделаем нашу кровать. Мы, наверное, ее где поставим-то? Я не знаю, здесь у нас лестница, и в итоге я очень все плохо расположил. И, возможно, я даже не смогу допрыгивать сюда. Но надеюсь, что смогу. Oil barrel, бочки, ничего себе. Fishing rod, прикольно. Попробуем позаниматься рыбалкой. Iron scrap bolt. Вот мне нужно, знаете, что мне нужно? Вот это вот, wood storage box, чтобы я сложил сюда все ресурсы. Хорошо. Кроваточка. Я ее аккуратненько сейчас вот сюда поставлю. Смотрите, в левом верхнем углу прям расположение показывается, как и что. Я могу на нее вставать и смотреть. Супер, на самом деле. По боксу лута, я думаю, я его поставлю здесь. Ну, куда деваться, блин? Чего делать? Придется как-то размещать все это дело. А если я, допустим, сделаю... Ладно, хорошо. Поставим лут сюда. А его через окошко могут убить или нет? Вот таким вот образом. Сейчас попробуем поставить. Вот так вот. Чик! Классно. Главное, чтобы эту красоту не лутанули. Будет обидно. Хорошо. Что у нас по печке? Iron скрепа не хватает. Мы сейчас, наверное, за Iron скрепом пойдем. Болт-то есть. Iron скреп. Алюминий есть. А, что, вот может быть вот эту бочку сделать? Только я не понял, зачем она нужна. Ну, сейчас попробуем. Посмотрим заодно, что она делает. Мой драндуль там работает? Работает еще. Нужно закрываться срочно. Допустим. Раз, два. Ага, на одну только хватило. Попробуем ее поставить с какой стороны-то. А как мне потом ремувать или еще что-то делать? Все, ремувать потом никак. Потихоньку только строится рядышком. Ну ладно, можно рядышком базу отстроить. Почему бы и нет? Бочка. Она вообще... Она вообще... Да, вот я хотел узнать. Где она вообще поставится-то? Все. Где-то я видел, здесь зеленка была. Можно день здесь поставить? То есть потихоньку, чтобы я накапливал сюда... Я как понял, фуил. Ну? Ну что ж ты багаешься-то, а? А вот сверху, если тебя поставить, ты будешь ставиться или нет? Хоп. А, мне еще и крышу надо сделать. Крышу над головой. А здесь пиларов не хватает. Ё-моё. А я шальной парень. Дом себе уже здесь строю. Непонятно какой. Бочку, пожалуйста, поставьте как-нибудь, а? Здесь нельзя, что ли, ее ставить? Сюда тоже нельзя поставить, как я понял. Второй этаж не дает построить бочку. Здесь где-то было. Да, как же здесь все криво строится. Слушайте, а может быть... А-а-а, просто не до... Я понял. Вот так вот. Воткнем. Хорошо. Oil barrel. Ну что, фуил сюда перекинем? Во, здесь будем хранить бензинчик. Хорошо. Здесь мы сделали. Что у нас здесь? Пилары нужно поставить. Сейчас поставим. Хорошо. Вот как ремувать потом, я не знаю. Получается никак. Так, воткнем. И у нас еще на одну стену хватит. Large nail нету. Сейчас пойдем добывать. А хватит ли нам, ребята, на... Сейчас я вам скажу. На floor. Large nail. Хорошо, поехали. Поехали. Куда мне столько рыбы? Мне столько еды не надо. Я что, вам мажор, что ли? Я думаю, что я вообще, наверное, рыбу не буду брать. Хотя, наверное, вот стахну. И, наверное, вот два кусочка все-таки... С собой в путь я возьму. А будет показываться, где мой дом? Нет, я должен его еще и запоминать сам. А если я упал за лестницу, тогда что делать? Тогда все? Можно там, кстати, ставить печку или лут, или еще что-то. Хорошо, здесь я все расположил. Замок никак не надо, букву Е зажать. Надеюсь, что не надо. Приплываю я такой сюда обратно, да? И там у меня ничего нету уже. Будет смешно. Вы посмотрите на этот дом.
насколько он крутой. А я потом могу здесь стену не закрывать, а проход направо сделать. Неправильно я немного лестницу поставил. Или наоборот, продолжу вверх. Вот, точно. Я примерно понял, что я могу сделать. Сейчас хочу посмотреть, с воды сможет ли какой-нибудь чувак забраться в мой нереально крутой дом. Оп, прыгает, и все. Такой хоп, там же можно подлутать такой, там же можно залутать. Но сейчас знаете, в чем еще фишка? Здесь же у меня шкаф с ресурсами. Не шкаф, а этот. Подсадки, по-моему, здесь тоже не работают, насколько я знаю. Вроде такой деревянный домик более-менее сгодится. Сейчас посмотрим, что по луту на нашем острове. О, здесь есть. Здесь и Large Nail будет. Усталость кончается очень быстро. Главное, чтобы он потом не запрыгнул на нашу крышу. Короче, фармить опять нужно немало. И ни на кого не натыкаться. Хотя сейчас, в принципе, можно кого-то попробовать залимонить, потому что у нас ресурсов-то нету, я все сложил. А если что, я появлюсь здесь. И если что, у меня уже будут ресурсы на копье. То есть в основном здесь нужно с копья драться. И мясо у меня есть. Главное не забывать, где я строюсь. Сейчас попробуем по суше походим. Посмотрим. Может быть, что можно сделать. Как построить базу. На самом деле это было тяжеловато с этими пиларами. О, там какая-то бочка. Да ё-моё, здесь много ресурсов. Это очень хорошая поляна на самом деле. Пока я никуда не хочу уплывать. Помните, в прошлой серии здесь очень много народу плавало. Куда они теперь пропали? Это тоже, конечно, хороший вопрос. Так, так, отлично. Подобрали, идем дальше. Попробуем сейчас на нашу вот эту скалу залезть. Вы представляете, если все обустроить как-то здесь? Или... Нет, на суше же нельзя обустраивать. Что-то все с Растом путаю. Ну почему вот так это сделали? В Расте нельзя на воде строиться, здесь нельзя на суше строиться. И здесь чисто упор на выживание, ну, подводное, что ли, как-то так можно назвать. Что это такое? Это подъем какой-то? Смотрите, я просто здесь бегаю и нахожу очень много кучек с ресурсами. Ого, это куда? А, это просто подъем. Классно. И куда вот он, допустим, ведет? Если я пойду на самый верх и дальше какая-то система переходов. И я где-то здесь бочку видел. Или мне показалось? Реально ведь издалека бочку видел. Разве нет? Так, металл у меня есть, все есть. Какой-нибудь чувачка... О, дровишки. Дровишки валяются. Мне бы еще что-нибудь, какой-нибудь ящичек или еще что-нибудь интересное. Так, если туда пойду, там, по-моему, ничего у нас не будет. Пойдем в обратку. А если в ту степь пойду, там какие-то контейнеры есть красные, можно сходить. О, чувакентусы плывут. Если они меня увидят, интересно, будут драться или нет? Давайте ко мне, ребята, плывите ко мне. По-любому с лутом. Тут сейчас многие с лутом. А вот что с ракушками делать, я пока еще не понял. Это перекинем сюда. Где-то здесь еще руду видел. Из этой руды я просто могу сейчас немножко доделать домик. Фундамент, пилары поднять. Чтобы как-то все было немного получше. Где-то здесь был металл. Если я не ошибаюсь. Издалека, главное, все хорошо видно, а потом не видно. А если я заберусь на эту гору? Что-нибудь найду? На этой горе у нас есть... У нас есть металл. Круто. И там... О, зеленый ящик, ребята! Ну что, молимся, давайте на какой-нибудь шлем или еще что-нибудь. Может, какой-нибудь револьвер? Вот он, красавчик. Вот он. Смотрите, здесь сколько ресурсов. Ресурсов немало, но здесь нету дерева. В основном здесь нет, в основном здесь металл один. Мой дом стоит. Это хорошо, это радует. Мне кажется, приплывают на меня какие-нибудь чуваки с ракетницами и взрывают. И все. И все. Но можно до этого развиться и проверить, как это будет выглядеть. А еще я хочу развиться до вертолета. Посмотреть, как это будет. Я чуть не упал. Практически уже упал. Так, опа-на, стройматериалы древесина, насколько я понял. Да, это вуд, супер. И чуваки какие-то пылесосят. Где они? Я смогу их убить, интересно? Сейчас я сначала быстренько зеленую этот лутану. Они, походу, дела тоже шарят, что здесь немало лута. Где он, по-моему, на дороге лежал, да? Сейчас просто возьмут, мой плот угонь, мой плот горит.
Мой плод, мать его, горит. А с какого хрена-то он загорелся? Типа он дается на начальное время какое-то, что ли, или что? Все, мой плод сгорел. Ух ты ж, ёк, Макарёк, первая помощь. Ух ты ж, ёк. Это очень злая штука, как я понял, потому что она будет очень много хп лечить. Пацаны, давайте на сушу сюда. Приплывайте, мы с вами пообщаемся здесь. А то я здесь фармлю, как Робинзон Крузо. Ребят, вы хоть знаете, кто такой Робинзон Крузо? Если знаете, то ставьте лайк. Он тоже там выживал. Пятница, у него еще была подруга. Мой корабль под водой. И что мне нужно сделать, чтобы сделать... Допустим, на новый корабль... Как называется эта штукенция? Тут калашников есть. Патроны можно... Ой-ой-ой-ой. Платформы различные. Шипьярды, смал-шипьярды. Это под турели, наверное. Электрика какая-то. Генераторы, турбины тут для чего-то. Вот. Makeshift raft. Вот эта штука. При помощи этой штуки я смогу сделать новую штуку. Новый плавающий аппарат. Floor handful of the wheat. А вот это что такое? Что-то мельчишь, типа мельчишь. И может быть... Корм какой-то, прикормка, что ли? Я же хотел порыбачить, но у меня еды предостаточно. То есть, первой помощью я уже могу подраться на самом деле. Сейчас вот здесь я тоже металл соберу. Хочу базу нормально доделать. На самом деле это трудоемкий процесс. А когда уже доделываешь базу и потихоньку вникаешь, что да как, дальше уже, мне кажется, ребят, происходит дичайшая война. Война богов. Скрап-метал нам, пожалуйста, соберите. Хорошо. А мне бы какой-нибудь ящик зеленый найти под водой. Там тоже бывают ништяки. Причем не слабые. Ага, здесь можно здесь спуститься, можно дальше пойти. Давайте дальше прогуляемся. Не зря я здесь построился. Не зря. Долго искал. Во-первых, центр карты. А рядом депо строительное. Морское. И четыре вышки на выбор. Можно сюда плыть, можно сюда. То есть... Я не буду зацикливаться возле какой-то одной вышки. Потому что может быть такое, что возле одной вышки обустроятся какие-нибудь гады-звери, да? А я буду в пролете. Домик мой уже далековато, я от него ушел. Плавать что-то не очень хочется. Но вот эта система переходов очень классная. Мы сейчас здесь попутешествуем. Посмотрим, что можно будет набрать. Нам как бы это на руку. Давайте сразу тогда будем пытаться... Делать, если получится что-то. Во-первых, платформу поставим делать. Платформу сделали. Мы ее рядом присобачим. Пилары нам нужно. Ирон-тюби. А ирон-тюби откуда делается? Давайте посмотрим. Что-то я не понял. Ирон-тюби. О, можно уже делать гильзы. Болты. Так, коргейт. Ирон-плейт. Глицерин, Iron Tube делается из Iron Plate, а Iron Plate делается из Iron Block. А Iron Block откуда берется? Просто находится? Iron Block. Хм. Ну подождите, это же обычно Iron, нет? А, это Iron Scrap. Из Iron Block. Подождите, его нужно в Фурнесе, что ли, переплавить? И там получится, по идее... Там... Получится. Ну ладно, сейчас этот... Посмотрим. Печку, кстати, нам надо сделать. Вот что нам надо. Нам нужна печка. Очень сильно. На печку надо... Во! Хорошо. Эту печку мы уже сделали. А, это мы сделали. Нам нужно сделать под нашу новую или старую машинку. И в печке аккуратненько. Сейчас пойдем, все закинем и начнем плавить. Тоже неплохо. Потому что я уже на самом деле опять предостаточно набрал... ресурсов. Сейчас наверх поднимемся еще. Нет, если жить одному здесь в этих системах острова, тогда вообще, слушайте, кошерно, не надо никуда плавать, как этот, как бомжик, что-то искать. Здесь все есть. Вот, видите, здесь сколько здесь и дрова, и железо, и зеленые ящики нет-нет иногда. Слушайте, а мы так можем по этой системе дойти докуда-то? Классно. Только лишь бы ни на кого не нарваться. Почему в прошлой серии была очень большая активность, а сейчас я что-то никого не вижу. Хотя онлайн такой же. Куда они все плывут? Где они все плавают? Что они вообще все делают? Отлично, дерево нарубил. Еще что тут можно взять? Главное не встретить такого же чунга-чангу, как я.
который задницу мою порвет здесь. Ну, ура. Сейчас мы все это будем топить. Дров у меня... Че? Только три дровишки? Ну, ладно. А, потому что здесь я уже сразу вудплэнки добываю. Ну, я не разозлюсь. Может быть, в контейнеры сходить? Вот очень сильно хочется сейчас написать ТП-хом, то есть телепортацию домой. Но это жесткий сурвуйвал. Че, пойдем, что ли, туда? Не знаю, и домой уже хочется сходить, потому что я уже сделал предостаточно для первого похода. И хочется дальше сходить. Сейчас мы вот здесь аккуратненько поднимемся. Если поднимемся, и добьем металл. Где мой дом-то? Я уже забыл. Ага, вот он там, мой дом. Потому что я сейчас ухожу. А вдруг мой дом запрыгнут и спокойно все заберут. Вот это будет печально. Если я, конечно, бы сейчас увидел зеленый... Подождите, а если мы... А, мы сейчас кругаля дадим и как раз до дома дойдем. Все, не вопрос. Сейчас так и поступим. Будет дичайшее путешествие. Как только попасть на эту... На эту лестницу, как попасть? Тут как-то высоко. Ага, вижу. Вижу. У меня 90 хп, и хп не регенерируется, только еда. Вот это немного... Немного как-то обидненько. Вот так, хоп, спустились, тут лестница была. Не страшно. И потыкали. Потыкали по холмам. Сейчас пойдем чуть левее. Текс. Текс. И у нас здесь контейнеры. Синие и красные контейнеры. Я надеюсь, что там будет что-то. Потом мы, я так понял, вот так вот еще проберемся по скалам повыше левее. И дойдем до нашего дома. Конечно, вот если на вертолете летать, будет, наверное, намного веселее и быстрее. Это что там, чайка летит? Я думал, вертолет летит. Сейчас здесь по дороге еще соберем скреп металла. Так, у меня покушать. Покушали. И плюс 4 хп восстановили. Слушайте, 15 мяса у акули у меня вообще там дофига. Намного хватит. Только самое интересное, что у акулы же съедобные только плавники. А тут забыл прочитать, как мясо называется. Вижу подводные скрап-металлы и вижу рыбку какую-то. Рыбка плывет. А в синем, по-моему, контейнер ничего нету. Тогда поплыли за подводной добычей. Добываем. Отлично. И где-то ракушки видел. Вот пока еще не просек, зачем они нужны. И акулы, наверное, тут как тут уже, нет? Нет. Забираем. Забираем. И пойдем посмотрим, что у нас здесь еще есть. Зеленых ящиков, к сожалению, нету. Но они не так-то быстро спавнятся. Есть еще серые ящики. Но серых я вообще видел только один или два. В основном зеленые. Зеленых, может, штук 10 уже видел. И в них постоянно всякие ништяки попадаются. Интересные. Что такое? Блин, это чайка. Я аж испугался. Думаю, что за тень? Вон там вижу еще какой-то дом строится. А он там не бегает случайно рядышком? Не рассказывает мне, как его зовут? Проходим дальше. Ну все, мы уже возвращаемся до дому. И пойдем дальше. Обустраивать, наверное, домишку. Либо хотя бы расширить надо как-то по-умному. Я тут такой этот путешественник на скалах брожу. И, по идее, ничего не нахожу. Можно поплавать чисто помародерствовать. Видеть чуваков и пытаться их валить с копья. У меня же есть еще аптечка. Думаю, аптечка очень хорошо вылечит. А где мы? Сейчас посмотрим. Депо вижу рядом. А вот этот дом вообще жилой или нет? Где он? Где-то вот там должен быть дом. Хорошо, сейчас нам нужно аккуратно спуститься. И попасть домой. Подождите, это не зеленый ящик вот там? Хотелось бы верить, что это зеленый ящик. Ух, какие-то системы спуска дичайшие. Кто это строил? Подождите, я что-то запутался. А где мой дом-то? Где-то, короче, вот там должен быть. Или нет? Я немного потерялся. Депо-то я вижу. Красные контейнеры вижу. А, вот, наверное, мост. Там мой дом вроде. Или нет? Или вот мой дом. Ничего не понимаю. Тихо, главное спокойствие.
Главное спокойствие. Мне нужно будет на карте сейчас сделать пометку каким-то образом, что здесь мой дом. О, деревянная штука. Хорошо. Сейчас я могу замутить себе эту плавающую штуку, потому что она, у меня ее дофига. Не дофига, я же одну скрафтил. Где вот она одна была? Вот. И мы, я думаю, поплывем. Вот это сейчас сделаем. Все. Я ее скрафтил, поплыли. И сейчас найдем наш дом. Главное не паниковать. А там я дальше вижу, это чувак или нет? Все, глаза разбегаются. Что залутать? Охота все больше и больше залутать. Все больше и больше. А потом просто потерялся и все. Я реально потерялся. Нет, сначала нужно... Я понимаю, что это кучка металла. Но я сначала хочу найти дом. Мост вижу разломанный. Вот, это мой... Там должен быть мой дом вроде. Нет, разве? Бегал я тут, где-то бегал. Я потерял мой дом. Я потерял мой дом. Где мой дом? Нара-нара-на. Подождите, это не тот мост. Это совершенно не тот мост. Я же его видел издалека. Да, это не мой дом. Сейчас мы пока повременим с добычей металла. Мне кажется, он где-то вот здесь вот. То есть я что-то немного дал жару. Сейчас, куда мы? Сейчас мы налево уплываем. И пробуем смотреть с той стороны, потому что... Я вот откуда-то же отсюда вот так вот плыл. Вот так заплыл, где-то вот здесь вот должен быть мой дом. Да, вот он. Все, вспомнили, наконец-то. А то что-то было печально, если бы я бы его потерял. Нужно было направо повернуть. Тогда вот этот металл можно спокойно срубить. Вот же он стоит. Хобана! Заезжай! Руби! Сколько у меня уже здесь? Неплохо я опять нарубил скраб металла. По 20 штук с лишним. Сейчас печку всандалим. И начнем все это дело топить. 6 брусочков. Предостаточно. Ага, еще респанулось. Ну давай добежим. Как там? Мой ботик упал? Упал. Все. А что-то никого нету, не слышно, не видно. Это меня радует. Я сейчас спокойно дом тогда отстрою. И уже буду думать, как дальше развиваться. Потому что начальный этап как бы сделан. Потом можно попробовать из тир-дерева 1 уже делать дома тир-2. Тир-2 называется... Не знаю, как называется. Есть еще тир-3. Вообще металлическое. Это, скорее всего, как из МВК. А тир-2 это как из камня, наверное. Так что я еще пока, конечно, не видел, как рейдится здесь вообще дома. И не представляю, что такое из дерева, либо из камня. Но я вижу, что ко мне никто не подходил. Это хорошо. Сейчас подплываем к дому. Посмотрим, куда печку можно воткнуть. И посмотрим, как его расширить и в какую сторону. Расширить только могу вправо. Пилары дурацкие не ставятся сюда. Так. Вот таким вот образом. Тихо. Но на волнах качается и не могу поставить ровно. Да ё-моё! На волнах платформу мотает. Да ёшкин. Давай. Отлично. Присобачил и ладно. Открываем дверь. Здесь как, все нормально? В порядке? С домиком все хорошо? Печку надо воткнуть. Печку. Вот сюда вот бы как-то воткнуть ее. Но что-то она не хочет сюда втыкаться. Она только хочет вот... А если сюда воткнуть ее? Вот сюда вот. Тоже никак. А-а-а! Как же здесь все жестко и непонятно. Но почему? Я не могу закрыть дверь и поставить печку. Ну вот почему? Ладно, здесь могу поставить куда-нибудь печку. Здесь уже все занято, по-моему. Хорошо. Здесь снизу тоже не могу никак поставить. Хорошо, могу только открыть дверь и поставить как-нибудь там, я не знаю. Вот так вот. Буду заходить, закрывать аккуратно. Нормально, прям в бочке печка. Все как надо. Так, так и так. Поехали. Топка пошла. Все, здесь делается.
сюда тоже не можем нормально допрыгнуть, не беда. Мне нужно было платформу сюда, а дальше продолжать. Что-то я неправильно. Что-то я неправильно замутил. Запрыгнуть бы еще как-нибудь. Вообще было бы супер. А как я потом сюда буду запрыгивать? Не знаю как. Так, что у нас под платформу? Steel Scrap, Large Nail нужен. Large Nail, Steel Scrap. Steel Scrap. Iron Black, Steel Block. Клоч, все дела. И я в итоге так и не понял. Steel Scrap. Steel Scrap. Steel Scrap, ну это обычный металл. А Large Nail, это случайно не болты ли? Large Nail, нет, болты бы болт назывались. Iron Plate. Я же уже смотрел, Large Nail это вообще гвозди. Из Iron Scrap делается. Iron Scrap. Steel Iron. Iron Scrap, вот, все, нормально. Пускай пока поплавится, вот так вот чуть-чуть заберу Iron'а. Сделаю еще платформу. Steel Scrap. Steel еще нужно забрать. Steel заберем. Сделаем, хоп, платформу еще одну. Ой, ой-ой-ой. Куда ты падаешь? Ага, попробуем ее сейчас прикрутить как-нибудь. Хорошо, прикрутили. И можно здесь сделать еще входы как-то и выходы. И еще прикрутить. Но для этого мы сначала Iron Tube. Iron Tube. Поехали за Iron Tube. Скорее всего, это уже в печке. Так, чик-чик. Iron Tube. А, Iron Blue. А, это блоки. Ладно. А Iron Tube откуда? Iron Plate. Iron Plate. Iron Tube. Откуда происходит Iron Tube? Не могу понять. Или он просто откуда-то находится. Дом, пилар, Iron Tube и болты. Iron Tube. Или он на... И вот почему у меня... Поэтому у меня его и нету. Поэтому я и не знаю, как он выглядит. Iron Tube. Алюминий. Ну, это не Iron Block, точно. Это точно. Нет, это... Блин, это Iron Block. Все, понял, как делается. Нужно плавить вот эту штуку. Сколько я сделал? Плюс 2. Мне нужно еще плюс 2. Короче, алюминий плавить нужно. Вот что могу сказать. Хорошо. Еще сделали 2 пилара. А мне нужно пиларов сюда сколько? Чтобы грамотно все здесь замутить. Сейчас попробуем поставить. Ага, сначала в воде же надо сделать. Я забыл. Хорошо. Теперь мы что сделаем? Теперь мы сделаем рампу. Кстати, здесь можно шоп-вал делать. Торговаться, представляете? Не знаю, кто, конечно, в здравом уме будет торговаться. Это что, не ставится? Или я не то сделал? Я сделал рампу, а надо было флор сделать. Слушайте, а как рампа, интересно, бы выглядела? И зачем она вообще нужна? Ага, рампа вот так вот нужна, только для этого. А сюда, главное, я не могу поставить. Только где-нибудь там, где вообще глубоко. Вот здесь вот, допустим. Рампа пока мне не нужна. Рампа не нужна. Слушайте, а мне нужно сделать под этот... гараж мне нужно еще сделать. Вот что мне нужно еще сделать. О! Все, здесь уже потихоньку дело пошло. Тогда сделаем еще одну платформу. А вот под гараж как делается... Вал. Так, это ворота. Вал. Нет, это не ворота, это просто стена. Хорошо. А еще как-то я видел, открывается, типа так, хоп, и туда заплывает машинка. Как они это делают? Вот это, что ли, floor hatchway? Давайте... А, iron plate нужен. Iron plate. Так, так, так. Слушайте, а может, допустим, вот из этого еще что-то готовится? Что? Обратно в стил? Это смешно, по-моему. Давай вот этот стил тогда закинем. Так. Так, если успеем. Если успеем, пока горячка идет. Хорошо. И что я там хотел проверить-то? Хотел вот эту штуку поставить. Floor hatchway. Посмотрим, что она вообще делает. И из себя представляет. Сколько у меня уже здесь ресурсов. Вон там чуваки плывут.
Я бы их сейчас попробовал бы запилить. Так, фундамент сможем поставить, нет? Или опять проблема будет? Тут дом-то еще нифига нелегко построить. Так, тихо. Отлично. Получилось как-то. Здесь у нас что будет? Вот эта штука. И что она делает? Это просто... Типа хоп, и лестницу замутил так. Вот оно что. Ничего себе. А как я потом эту лестницу... Ну-ка. Она зеленая была, горела зеленым. Типа можно поставить. Без пиларов, что ли, он хотел ее поставить? Нет, наверх не надо пока. Вот сюда нам... Вот. А как это без пиларов и нормально работает? Ладно. Ладер. Болтов нету, а на болты нам нужно... На болты стил скрэп надо. Сейчас попробуем зайти, посмотрим. Вот это у нас дом сумасшедший получается. Но он пока даже не получается, если честно. Watch Tower. И не показывает, как это выглядит. Рампа. Джейл. Это решетчатая стена. А как вот делать, чтобы большие ворота? Это, конечно, интересно. И пока непонятно. То есть, чтобы я, допустим, свой квадроцикл прятал. Как это нужно сделать? Еще фундаментами вот так, что ли, продлить? Сейчас я примерно попробую показать. Но это как-то, по-моему, глупо будет выглядеть. Хоп. Перепрыгиваем. И что у нас тут? Алюминий. Стил. Лезер пока не надо. Вот эти штуки заберем. И все так быстро кончается. Обалдеть, очень быстро кончается все это дело. А если его как-нибудь загонять на этот верх? Так, это тоже забираем. Все, и я хотел лестницу сделать. Вот такую лестницу хотел сделать. Сейчас посмотрим, сможем ее прикрутить сюда или нет. Если сможем, тогда ее нужно как-то закрывать. А то сюда сейчас залезут и все, и крандец. Причем она очень долго делается. И вот отсюда, наверное, могут уже сюда запрыгнуть. Поэтому нужно ставить стены. А чтобы ставить стены, нужно делать пилары. Ой-ой-ой-ой-ой, короче, с ума сойдешь. Стейрс есть такая? Вот, стейрс. Чисто такая, прямая. И, да, ее можно поставить. Классно, слушай. Пока мы ее не будем ставить. Сами понимаете, зачем. Слишком рано. Хорошо, с этим мы разобрались. Вот это вал-тир, это просто, типа, смотреть, как балкон сделать. Джейл-вол, это просто стена, решетка. Шоп-вол — это торговаться. Ага. Watch Tower — вообще не знаю, что такое Watch Tower. Window Tier — это чисто... А что за Window Tier? Открывается, наверное, задвижки такие. Как-то так думаю. Ну что у нас здесь? Что у нас здесь? Мы можем, допустим, здесь все закрыть. У нас будет здесь спуск вниз. И мы, грубо говоря, там можем тоже лутать или что-то делать. Такой будет домик маленький. Но чтобы нам его сделать, нам нужны... пилары, а для пиларов нужны болты. А для болтов нужны стил-скрэпы. Стил-скрэпы. А стил-скрэпов уже нету. Стил-блок есть, а просто стила нету, да? Все, стил кончился. Стил-пайп, стил-тюби. Это нужно идти и, грубо говоря, рубить. Так что вот эту штуку я зря здесь воткнул, походу. Ко мне сейчас спокойно придут и замесят. Но я думаю... Мы успеем. Рампа тоже ненужная штука. А, сейчас все. Вот так вот. Стила разве здесь нету? Алюминий, айрон. Стила нету, ё-моё. Быстро все кончается. Очень быстро. Пилары сейчас воткнем. Кто-то, по-моему, плывет. Пилары, пилары, пилары. Сюда тогда пилар. И вот сюда пилар. Сюда еще дверной проем, дверь. И уже... Сюда можно было дверной проем и дверь сделать. Сейчас посмотрим, что для этого нужно. Может быть, хватит нам. Wood plank, large nail. Large nail-то у нас нету. Wood plank есть, а large nail-а нету. Так. А, здесь еще нужен iron plate и болт. А для этого нужен стил. Ясно. Все. Настроились, как говорится, ребят. Просто настроились. Ну что, я думаю, что я пойду и подкоплю еще ресурсов. Попробую что-нибудь подстроить. И в следующей серии, наверное, поплывем куда-нибудь.
Сколько можно делать эту хренотень? То есть для нее нужно делать этот, что ли? Как ее? Для нее загон нужно делать? Вот этого я не понимаю. Почему она опять сломалась? Мне нужно сейчас еще крафтить. Ну что, ребят, всем пока-пока.